Добрый вечер всем. Меня зовут Аникина Светлана. Мне 54 года. Я живу в Подмосковье, в городе Люберцы. Я репетитор по русскому языку и литературе. И сегодня я обратилась к Павлу для проведения стратегической коуч-сессии. Во-первых, потому что я давно его знаю, давно слежу за его работой, кое-что проходила из его тренингов, работала с его коучами. И когда я увидела, что есть возможность пообщаться с ним лично, я просто немедленно воспользовалась этой возможностью и получила замечательные результаты. Во-первых, я четко определила для себя первые шаги в той проблеме, в решении той проблемы, с которой я к нему обратилась. Во-вторых, я гораздо глубже поняла некоторые вещи, которые, ну, мне уже казались понятными. Очень впечатлили некоторые представления и понятия. Например, я всегда думала, что платить себе в этой фразе речь идет только о финансах, ну, как мы все знаем, да? Но я услышала о том, что мы платим себе за будущую свою замечательную жизнь именно правильным отношением к своему здоровью, к своим временным затратам, к тому, как мы восстанавливаемся после работы. Во-вторых, более четко мне стали понятны какие-то элементы моего поведения, которые действительно тормозят меня. И конкретные рекомендации вплоть до того, как восстанавливать свой режим дня, и конкретные рекомендации, как именно я могу работать со своими ограничивающими убеждениями прямо здесь, сейчас, они были для меня невероятно ценные. Я даже не могу сказать, что бы мне не понравилось в этой сессии. Мне было настолько комфортно, настолько легко, настолько доброжелателен и вызывал искреннее доверие коуч, что было просто прямо невероятно приятно. Я обязательно найду возможность в будущем работать с Павлом индивидуально, потому что я верю, что он быстрее приведет меня к успеху и к результату, которого я хочу. И я рекомендую работать с этим человеком, потому что невероятный профессионализм, системность и искренняя доброжелательность клиенту – это вот то, что его прямо очень хорошо.